Сирота класу з літературно-музичною композицією «Острів кенгуру». Наш поет, моряк Валерій Демиденко, будучи в Австралії, про кенгуру написав рассказ. А когда мы прочитали в классе, все решили, это же про нас! Потому мы с радостью для вас представление покажем прямо вот сейчас. Лежебоки, ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы? Отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы? Я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку, на веселую зарядку. Приготовились, начнем. И все вместе подпоем. Солнышко лучистое, любит скакать. С облачка на облачко перелетай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Все разрабатываем руки. Нету места больше скуки. Все разрабатываем плечи, чтоб все разрабатываем ноги, чтобы не уставать в дороге. Все разрабатываем шею, чтобы пелось веселее. Солнышко